Куда? Чего? Куда? Немцев угошать. То это им их новоцаря свергать. Понимает, черт? Гуд-гуд, говорит. Хлопцы, дивіться, молодий місяць починається. Не лайтеся, не перебивайте мене, це ж місяць молодий. Брати, а брати, вишні хочу. Той вишні, що у нас на Україні. Вишня. Чуєте? Ой, за що ж оця муха людині? Хоч би жменьку тої вишні, тоді б умер. Щасливий ти, Шадрин. А що? В отпуск їдеш. Виходить так. А ну читай. Товарищу, гражданину, господину Ленину. Мы выводим из ваших слов, сказанных в газете, видно только вы один имеете сочувствие к настоящей свободе. Напишите, как скорее кончать войну и поехать домой для всеобщего счастья. И насчет земли. Верно. Насчет земли. Или что надо сделать, напишите. Не сомневайтесь. Мы желаем вам здоровья и долго работать на пользу простых солдат и всего русского рабочего крестьянства. Верно. С подлинным верно. Подписуемся. Ошалел. Просыпайся. Смотри, не забудь. Передам. Собственные руки. Назад! Назад!
капитан, дозвольте винтовку. Ведь немцы по нашим окопам не стреляли. А ты измена! Было постановление комитета. Я не знаю, что вы... Продаешь? Шадин! Они ведь не стреляли по нас, ну! Так вот в чем дело. В моей роте большевистская зараза. Ну, отвечать? Так точно. Так он... А ты знаешь, что этот ваш Ленин немцами куплен? Не могу знать. Не могу знать! Кто ты такой, Шадрин? Я есть солдат доблестной русской армии. Так, и ты перед лицом врага читаешь эту крамолу? Так точно. Ну, знаешь, был тебе отпуск, Иван, а теперь я его отменяю. Отменил. Царство тебе небесное. Thank you.
Витя, мы будем сейчас заняты очень важным делом. И сюда никого не пускать. Хорошо. Повторите. Мы будем сейчас заняты... Соображайте. Кто это мы? Вы будете заняты очень важным делом. Так и? Ну и сюда никого не пускать. Идите. Господа, я предлагаю вызвать дух императора Наполеона I. Вызываем дух императора Наполеона I. Великий император, ответьте нам, долго ли продержится власть большевиков? Капитал. Цвет страны. Das russische Kapital. Die Blüte der Nation. Прошу вас. Господа, скрывать нечего. Перед вами лицо, уполномоченное императором Германии Вильгельму II. Ведение переговоров с кругами, прямо заинтересованными в спасении России. Прошу садиться к вам. Я полагаю, что эмоциональная сторона нашей общей беды меньше всего интересует господина, не имею чести знать имени, отчества, звания. Я прошу перевести мой вопрос. Кого вы считаете самой выдающейся личностью современной России? Der Herr wünscht zu wissen, wen halten Sie für die außerordentlichste Persönlichkeit des gegenwärtigen Russlands? Ленин. Здесь кому, солдат? А тебе-то какое дело? А зачем свечку с собой таскаешь? Да в деревню еду. Может, мне сейчас за землицу ратовать придется. Какая же теперь деревня, дура? Ну, ты что, брат, ты это, не того. Да ведь я ж любовно говорю. Любовно. Любовно тогда валяй. Так. Ну, а зачем в Питер приволокся? К сестренке. Она вот здесь у господ, в прислугах живет. Деньжонок занять на коровенку. Деньжонок на коровенку. Лапать. Вот ты не цыкай, ты не цыкай, лапать. Я, брат, тоже, брат, грамотный. Грамотный ни черта не видишь. Слушай, да ты мне с какой стати ругаешь? Ведь я ж любовно. Он же любовно ругает. Любовно говорит человек, это ж понимать надо. Батя, откуда? Мы? Да. Мы-то? Да. Красная гвардия Нарвской заставы. Что? Красная гвардия Нарвской заставы. Ух ты! Гвардия. Гвардия, а без усов. Че? Да усы-то где? Молодой. Ты еще не знаешь, какая бывает гвардия. Гвардия это... Во! Да. Ну дай взаймы кусок бороды. Бери. Ой, стой. Сестренку-то как звать? Екатерина? А что? Так ты кто ей будешь? Сват или брат? Ну, брат, да ведь это опять не твое дело. Да нет, ты скажи. Я ведь ей тоже не чужой. Не знаю, что-то я не слыхал у нас про таких родственников. Стой. Да уж не брат ли ты Катин, Иван Шадрин? Ну, брат, да ты-то кто? А я ей...
Жених. Эх. Ага. Ну, жених это еще не родня. Вот как сказать. О, хитрый же ты, солдат. Мы, кажись, с тобой друзьями сделаемся. Ну, здорово. Ну, здорово. Какого черта мы здесь стынем? Ты, брат, теперь с нами пойдешь, верно? Факт. Куда? Вот сюда. То есть? На твое счастье, советская власть этот особняк национализирует. Вот это? Ага. И ты сейчас нам помогать будешь. Пошли. Да нет. И нет, тогда. Пойдем, папаша. Вот пойдем. Есть. Пойдем. Погоди. Ну-ка, пойди сюда. Пойдем, папаша, пойдем. Звони-ка. Ох, попадешь с вами в переплет, а? С нами обязательно попадешь. Звони, звони. Смелей, папаш, приучайся. Звони, нажми кнопочку. Ну, смелее. Ну, страшно. А? Мне что, вы отвечать будете? Мы ответим. Давай, давай, Савелий. Узнаешь? Узнаю. Да не верю. Ну, теперь это силы не имеет. Я с приказом от ревкома пришел. Не бойся, старик. Тебе отвечать не придется. Давай, Костя. Что это такое? А это... Ну, в общем, они чертей на нашу голову скликают. Чертей! А что? Слышите? Да-да-да-да. Что это? Это он. Кто? Дух. Ой. Дух императора Наполеона Первого. Отвечайте нам, сколько времени удержится власть большевиков. Отвечайте. Отвечайте, мы с вами разговариваем. Отвечайте. Ну, хватит. Вам, господа, придется очистить помещение. А на каком основании? На основании советской власти. Господи. Но история знает примеры, когда враги становились друзьями. Да, но вы учитываете, что с точки зрения международных отношений здесь много щекотливых и, я бы сказал, неприличных. А с большевиками жить? Прилично? Имейте перед глазами только одну проблему. Большевизм. И тогда все сделается прилично. Без фиговых листочков и сознательно мы должны сдать Питер немцам, установить немецкую военную власть, немецкую полицию, перевешать товарищей и дать России крепкие правительства. Все. Это переведите в общих чертах. Also, Petersburg muss von deutschen Truppen оккупирует werden. Deutsche Militärmacht muss herrschen. Die Bolschewisten müssen hingerichtet werden und dann muss Russland eine kräftige Regierung bekommen. So? Понимаю. Все это я точно понимаю, Захар Захарович. Хорошо. Но можно мне с ним поговорить? Пожалуйста. Переводи. У вас теперь сила. Хорошо. Мы слабы. Вот видите я.
и прошу вас, выручайте. Но мы хозяева, с нами давайте торговаться. Давайте говорить коммерчески. Большевиков надо сбрить. Сбрить с лица русской земли. Не вам так хочешь, японцам, пушай берут. С нами надо торговаться. Мы хозяева. Захар Захарович. Как вы сюда попали? И что вам здесь нужно? Осматриваем помещение для военных нужд. А кто вам дал право? Право нам никто не давал. Мы его сами завоевали. Сегодня уезжаете? Сегодня? То есть, как вы смеете? Это моя собственность, и я еще вернусь. Ну, это мы еще посмотрим. Дорогие товарищи! Бросьте, не пройдет. Не продаемся. Переводить или не надо? Не надо. Значит, взошел. Это кто, жених, что ли? Ты смотри, Катерина. Я не маленькая. Да нет, я же не против. Но был бы человек-то хороший. Да и не думаю. Вы уж сразу сват. Мы просто знакомы. Вань, ты его полюби. Он человек хороший. Но любить это бабам полагается. Подожди в сторонке, понимаешь? Знакомая. Ну и Будя. Сперва женись, а потом уж и того. О, какой ты темный. Темный, а ты светлый. Посветлее тебя. Что ж я, по-твоему, значит, лапать, да? Нет, не лапать. Не лапать. Сапог. О, сапог. Ох ты. Ну, столица. Ну, ты идешь со мной? Иду. Держись ближе, не отставай. Не бойся, не отстану. Над городом стали, в воздухе пахнет грозой, за далекой юнорской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобою порога, и, быть может, навсегда. Черные сивы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты будь, дорога, выйдешь, милая, до встреча. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Хорошая песня. Могу вам попасть слова на память написать? Милый, я это свое спел. Это вот ты теперь попой. Не попоем, Сень, давай. Давай. Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю,
ну, наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милай, поцелуй меня до уста, и клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. Клянусь вам честью, папаша, вы мне очень нравитесь. Оставайтесь жить у нас в Петрограде, за Нарвской заставой. Но тут и бросят свою агитацию, мне в деревню надо. То есть какая же это агитация, папаша? Путиловцы, становись! Караульная отвольный, выходи! Пулеметчику собраться у главной конторы! Поедет в Петропавловск с завинтовками! Ну, до свидания, Шадрин. Увидишь Катю, звони. Погоди, погоди! Ну, а я куда? А я не знаю. Тебе ж в деревню надо, ко двору. А мы в Смольное, а тут на фронт. Что? В Смольное? Ну да. В Смольное мне обязательно надо. А тебе-то зачем? Мне надо, у меня там, я... Мне обязательно одного человека повидать надо. А, да, 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 да. Пойдем, пойдем, скорее. Пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Случайно, чего ты мне его покажешь? Ну, конечно, покажу. Пошли. Дают кожевников. Проходи, кожевники. Здорово, Дым. А, здорово, Коля. А это кто? Солдат с фронта со мной. А, вали, солдат, вали. Здорово, Дым. Здорово, Костя. Гавриил. Гавриил, проходи, Гавриил. Побудь пока здесь. Я сейчас за патронами схожу. Ну-ну. Я думаю, кто ж тут такие собрались? Каких частей народ? Мы, брат, все здесь с одной части. Серые гусары. Это я по запаху чую. Причаливай к берегу, наш будешь. Ну, на приглашение спасибо. А то который день на ногах толкусь. Ты тоже на зимний ходил? Чего? Ну, какой на зимний? Вот террас. Где ты был? Где был? На свете. Ты, куму, из себя не строй. Здесь народ понятливый. Говори, откуда ты взялся. Это что за кондуктор, что ли? Билет проверяешь? Я тебя от имени революции спрашиваю, понял?
Ну, гляди, гляди, высоко тянешься, парки треснут. Что? Товарищи! Этот солдат не наш. Не от кадетов ли он подослан? Этого солдата обыскать надо. Обыскать. Ну, гляди, гляди, я тебя обыщу, я тебя обыщу, так что не ахни. Ну, полегче, полегче. Ты чего? Чудик! Пехота! Пятерых добровольцев отсчитать надо. Товарищ Морской, мы здесь провокатора поймали. Провокаторов расстреливают на месте. Документ. Почему я тебе должен документы показывать? Потому что я представитель власти рабочих и крестьян. Ну, а я кто? А ты еще неизвестно кто. Именно. Это я неизвестно. Они представители. А я неизвестно кто, да? Они представители. А я неизвестно кто. На! Они представители, а я неизвестно кто. Помолчи, мешаешь выяснить личность. Мешаешь выяснить. Какой же это провокатор? Это окопник Иван Шадрин. Недоразумение считать недоразумением. За провокатора перед товарищами извиниться. Пятерых бойцов мое распоряжение. Да не 20, не 25, отставить. Захвати с собой полонтю хлеба, неизвестно, когда вернемся. Смирно! Далее, оп! Шагом! Арч! Товарищ окопнику разъяснить внутреннее и международное положение. Всего хорошего, братья! Извиняюсь. Чего ты такой злой? Земляки, хлеб не дадите? Дадим. Погоди, я тебе такую бумагу дам, сразу добрей станешь. Братцы, грамотно им помочь. Сам разберусь. Декрет. И что такое декрет? Декрет — это закон. А, декрет — это... Владимир Ульянов Ленин. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкуп. Отменяется без всякого выкупа. А? Ох, сейчас бы, брат. Чего? Чайку бы достать. И чего захотел? Да сейчас заварим, гулять в моем почтении. А это где? Да мы сами здесь впервые. Ну, я сейчас проворю. Ой, пожалуйста, эту бумагу никуда не с собой возьму. Не знаете, где тут достать, а?
Так, уважаемый, где вы здесь и куда-то? Вы извините, уважаемый, мы издалека. Соскучились по чаю. Ох, и не говорите, уважаемый. Ну, пройдемте, укажу. Вы, товарищ, давно воюете? Третий год без выхода. Из окопа давно вернулись? Дней 10-12, как живой выскочил. Плохо дело. Ох, беда. А у немцев как? Вы ничего не замечали? Да что же, ежели по нашим заметкам судить, тоже не сладко. А какие это заметки? Это очень важно. А вот плохим таким, знаете, цикорием пахнет. Так. Вот пленного проведешь, а он не тот стал немец. Не тот? Не тот. Устал немец? Ну, что и говорить. А пойдет с нами на мировую? Да кто ж я знаю. То есть, ежели судить по солдату, так война на все мосты чертила. Так. Но ведь у них-то царь. Да ведь наши генералы тоже мира не хотят. Вот это верно. Как же быть? Слушай, не знаю. Ну, а если советская власть скажет солдатам, берите дело мира в свои руки. Да, я тебе так скажу, дорогой товарищ. Вот ежели советская власть это самое скажет... Не робейте. Кто? Я? Хотя бы вы. Возьмите себя. Сейчас каждому солдату приходится за судьбу всей России браться. Да, страшновато, не спорю. Вы женаты? Был, теперь не знаю. Дети остались? Трое. А земли много? Ну и где что? Лошадь есть? Цела. Корова? Вот коровы нет. А винтовку бросать нельзя? Как? Нельзя. Нельзя. Боязно бросать ее, товарищ. Керенский идет на нас с оружием. Так. А Каледин на Дону поднимает казаков. Эх, черт. Так что же это, если они первые кинутся на народ? А? Опять война? Солдат ведь устал. Это за что и как воевать? За... Сейчас за Дарданелла воевать никто нет, не будет. За Дарданеллы воевать мы не будем. Не будем. Не будем, нет. Но если царские генералы захотят посадить помещиков и капиталистов, то вы как думаете? Вы сами как думаете? Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня. Сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас? Нет, уважаемый, вы что мне, может, не верите? Так я вам от чистого сердца говорю. Ну, простите, что задержал. Да что вы, какой там? А чаю? Пойдемте, я вам покажу. Ага. А чаю вы найдете наверху. Вон там, по лестнице. Там у нас столовка. Как ваша фамилия? Шадрин. До свидания, товарищ Шадрин. Вот и люди-то какие бывают, а? Браток, ты меня не бойся, я с фронта. А я тебя не боюсь. Слушай-ка, с кем это я разговаривал? Кто это такой, а? Кто? Ты вот это вот. Ленин. Что ж ты раньше-то? Эй, а чайник-то? Товарищи, товарищи, товарищи. Товарищи, я разговаривал с Лениным. Да, военка. Да-да. А, вон у нас. Владимир Ильич, да? Слушаю. Да, это я. Так. Так. Я написал обращение от имени ЦК ко всем трудящимся классам России. Меня ни на минуту
Ни наволос не пугает предатели и дезертиры. Послушайте, это же плохи. Они нас будут преследовать всю жизнь. Зиновьев, Каменев, я лично думаю, верю, знаю, что никак нельзя поколебать партию большевиков. А вот бить надо. Слушайте, мы не умеем расправляться с людьми, предающими интересы революции. Будьте любезны, товарищи, выслушать мое мнение по этому вопросу. Мы страшные либералы. Мы непозволительно церемонимся с этими людьми. Я говорил и повторяю, надо расстреливать, а мы уговариваем. Да, понимаю. Кто этот Петров? Комиссар. Троцкому? Ну вот видите, я приказываю Петрова арестовать и судить. А к вам личная просьба держать под своим глазом и сообщать мне все действия Троцкого. Да. Ничего, ничего, пускай обижается. Да, я настаиваю. А снаряды оказались в Петропавловской крепости. Вы их отправили? Я тоже так думаю. С нашим народом мы сдвинем любые горы. Ну, вы же близко, заходите за мной. Вы меня ждете, товарищ? А что чаю вы тогда нашли, товарищ Шадрин? Чаю. Чаю. Ах, чаю. Эх, товарищ Ленин, тут не до чаю вышло. А что такое? Ну, ничего, придет время, я три самовара укокошу. Укокошу. А чего вы здесь ждете, товарищ? А вот. Вот мы, я и солдат, вот, извиняюсь, не так. Ну, не так. Пойдемте, расскажите по порядку. Товарищ Ленин, к вам опять много народу пришло. Пусть входит. Так как же я вас тогда охранять стану? Охранять? Я право не знаю. Ну, как-нибудь охранять. Конечно, если вас поставили, то стоять надо. Уж вы не обижайтесь. Товарищи, вы ко мне? Видите ли, это чужая комната, а там у меня есть своя. У кого самые неотложные дела? У всех, вероятно. Ну, пойдемте все вместе. Теперь наша задача закупорить станцию Александровскую и пускать дальше противника в город. А кто нас бинокля нет с тобой? Ну, кто их там разберет, казаки, а не или пехота? А кто опаснее, казаки или пехота, а? Казаки опаснее, ежели их подпустить. Пехота надо. Да нет, пехота тоже опасна, ежели упрется. Хотя у них какое настроение. Я тебе скажу так, война, она от настроения зависит. Папаша! С ребятами пленного взяли. Ползет стерва! Ладно, а после будем папаши. То есть? То есть. Я здесь командир, а не папаша. Понял. Больше не буду. Ну вот, ну, служи дальше, сами допросим. Есть, товарищ Шадрин. Во-во. Так. Фамилия? Макушкин. Рядовой? Так точно. Ты против нас воюешь? Да, нет. Не могу знать. Я... Так что же ты, дура, воюешь? Да, я... Вот сразу бы понял. Шадрин,
Так не полагается. Не полагается. Они вон пукают. Ну, человек несознательный. Несознательный. А я сознательный. Небось, одни университет кончали. Пойди-ка сюда. Ну, ладно. Шапку-то надень, простудится. Много ли вас там? Какие части? Ударный батальон. Из Луги прибыл. Только что выгрузились. Ну, солдата они по буквам узнают. Так и начну. Дураки черти, чего вы стреляете? Вали. Какой тут знак поставить? Ставь вопросительный. Стрелять мы тоже умеем. Мы солдаты. И вы солдаты. Мы за мир. И вы за мир. Вот. Передай своим, чтобы все прошли. Одна нога здесь, другая вон там. Ну, дуй. Будет сделано. Сколько быстроты в человеке бывает, а? Да. Ну вот, теперь хоть на дело похоже. А что? Переговор начинается. Верно, верно. Иди, гляди. Ага. Жигулев. Сидоров. Сидоров. Тебя назначаю командиром в мое отсутствие. Есть, товарищ. Ну, Коль, пойдем. Пойдем. Ишь ты. А ты, я вижу, смелый. А ты за кого меня держал? Да нет. Все-таки вы, так сказать, пролетарий штатский. Ох ты, акуля. Опять ты меня конфузишь. Ну, некогда с тобой целоваться. Пошли. Эх, вот сейчас бы рассказать товарищу Ленину, как мы с тобой воевать начали. А. Со смеху бы пропал. Да. Братцы, идут! Любимому воинству! Здорово, воины Керенские! А вы советские? Ага. Керенского солдат, небось, спробовал, а? Как скажешь, батя, не слышу. Ну, ты не агитируй, начинай свои переговоры. У меня дело громадное. У вас есть здесь батальон за Керенским, или есть который за народ? А это военная тайна. Да не к тому вопрос. Хотелось бы всему народу сразу сказать. Ну, сбор играть для тебя не станет. Да ладно, однако ж присядем. Ну, говори, пока офицеров нет. Вот что, други мои. На Мидне я сам с Лениным разговаривал. Врешь. Ей-бог. Перекрестись. На! Чудно. И какой же он? Наш! И солдат? Сказал! Он великая голова, его же весь мир знает. Какую же власть он устраивает? Рабочий, крестьянскую. А про землю? Про землю-то как? Про землю-то как? Вот! Вот это есть самое главное! Про землю и про мир! А то стреляете тут без толку! Шлицкий агитатор! Приставать! Отнести на станцию! Ну, ведите, ваше благородие, ведите. Не разговаривать! На станцию! Земля! Земля! Расскажи все про Ленина. Нет, теперь я арестованный. Недостойно вы. Меня отпустили как своего брата, а мы его в штаб.
недостойно, брат. Эй, эй, за что его? Он Ленина видел. Ленина видел. Брат, скажи. Скажи про Ленина. Брат, недостойно. Погоди. Я расскажу. Ну, рассказывай, что тебе Ильич Ленин говорит. Ну, встретил я его, вот как тебя встретил. Ну, разве это ты или я? Ведь это кто? Подумать-то если. Остановился он. Остановился и на винтовку на мою поглядел. И взгляд у него такой внимательный и веселый. А я, правду сказать, оробел. Я стою себе, глазами хлопаю, как ворона. А ведь он сразу добился. Почему ты за винтовку держишься? Кто ты? Чей ты? К чему у тебя душа лежит? А ты, говорит, товарищ Шадрин, власть помещиков и капиталистов обратно желаешь? Я говорю, нет, Владимир Ильич, я не желаю. Ага. А ты, говорит, товарищ Шадрин, подумал, что теперь каждый солдат за судьбу всей России отвечать должен. Ну, и что ж вы думаете, ведь он не только всю мою жизнь узнал, но я вам сказать не умею, что он сделал мне, товарищи, верьте, я забыл. Что я? Где я? С кем я? Ну вот, готов ему всю душу выложить вот до того свой, до того понимающий человек с тобой говорит. Ведь мы же все знаем, что Ленин народный вождь. Но я не ждал, не гадал, чтобы так понимал он самого последнего солдата, как я. Вот и все. Ну ладно. Ну что ж, бегите в штаб. Слушай, браток, а где твой штаб, а? Мой штаб? Да. А мой штаб это я. Солдаты, я так думаю. Нам надо. Нам к его штабу примыкать надо. Ура! Как-то лучше, лучше. Братцы! Ленин, ура! И что за часть идет, не ваши? Нет, это какие-то чужие. Стрелять, что ли? Погодите стрелять без команды. Эй, люди! Вы чьи? А вы за кого? Погодите воевать! Давайте разберемся! Вышлите сюда делегатов!
Евтушенко, Лопухин, братики! Иван, собачий хвист! Ты что тут рубишь? Да вот с вами воевать собрался. Тюна тебя, ты что, сказывся? Мы ж наши, так и мы наши. Вот там наши! Ну, видал? Сильную роту сагитировал, хвали. Роту! Я же лишь пол. О, что ж, я где ж там? Я серый, я ведь лапать. Ну, соединяй отряды! Господа солдаты, сюда я не пущаю. Ой, дура, мы же не господа, мы товарищи. Товарищи солдаты, я за руки. Я генерал, начальник штаба уссурийской дивизии. Ну, командир-то дома. Ну, кричь нам его хлоё. И я не пойду. Что не пойду? Я часовой, часовой, понимаешь? Слушай, я тебе именем рабочей крестьянской власти приказываю кричь хлоё. Хлои-то все разбежались, один генерал сидит. Сидеть и бумаги палить. А ну, клич генерала! Не могу. Что? Я не пущу я тебя, Владимир! Куда лезь? Ты куда лезешь? Я сюда! Кто хулиганит? Встать, как полагается! Ты кем стоишь, подлец? Фамилия? Складайте оружие, господин генерал. Складайте, складайте. Складать? Хорошо. Солдат, позволь проститься с конем. Ну, это... Конечно, прощайтесь. Вот так. Это можно. Отпускай. Видал? Ну чего держишь, дура. Вот это да. Эх ты. Вот это мандолина. Красивая. Да. Эх, тут что-то написано. А ты вот что, ты не колупай. Не колупай. Эта шашка уссурийская. Она имеет свою историю. Граждане и солдаты. Куда ты стреляешь, дура? Как же это, а? Упустил генерала. Трудно. Без привычки-то. Власть-то захватывать. Рубил. Какого генерала пустил? Какой великолепный генерал! Мечта! Ну, да. Довольно бесед. Товарищ Дымов. Есть, Дымов. Товарищ Дымов, принимай все выходы. Мы пройдем по дворцу. Если кого поймаешь с вещами, знаешь, что надо делать. Есть. Давай. А ну? Oh!
Иван, а я сухой вишни не стал. Ох, и солодко вишня. На. Не надо. Кинь ты того скаженного генерала. Не могу. Ведь я же ему чуть было честь не отдал. А еще с Лениным беседовал. Да, Иван. А мне в Смольном бумагу дали на веру от товарища Сталина. А я чего? Ну, Иван. Вот это все проклятая рабская душа. Ну какая цена такому человеку? Так и Иван, брось ты меня успокаивать. Что ты меня успокаиваешь? Не успокаивай меня, пожалуйста. Скорей! Кто тут главный над пушками? Я за командира. Товарищ командир, нельзя ли немедленно ударить по бронепоезду? Нельзя. Почему нельзя? Снарядов нет. Так почему же ты пошлешь за снарядами? Некого. У нас 3 человека на 2 орудия. Коля! Гляди. А это что? Не того калибру. Как это не того калибру? Филатов, покажи. А эти? Дрова. Там нашего солдата было. Шабрина! Иван! Ваня, друг, ты помирай, Ваня! Видишь ты, как тебя садануло, а? Тихо ты! Вот бинт есть? Есть. Давай сюда. Нет, ничего, это шкатулку маленько поцарапал. Да. Костя, держи. Есть. Перевязывай. Есть. Вот фараоны проклятые. Ну ничего, товарищ командир, до свадьбы заживет. Так, Евтушенко, приказываю, бери людей, дуй на переезд, забей, чем попало путь. Нужно преградить дорогу бронепоезду, понял? Угу. Поехали. Эй, хлопцы! Андрей, а? Дуй в Смольный за снарядами. У меня же отряд, как же ты без меня? Ничего, твой отряд соединим с моим в Путиловске. Ладно, так, Садрин, что есть духу? На Путиловец пускай к утру подкидывают бронепоезд. Ну что ж ты меня в тыловое ополчение записываешь? Не в тыловое ополчение, а нам здесь нужен твой бронированный кулак. Ладно. Коля, чего еще? Дай мне какую-нибудь военную функцию. Чего ты хочешь? Я хочу военную функцию, я хочу бить кадетов, калечить. Подожди. Ну ладно, товарищ Сибис, я сам себе найду военную функцию. Стой! Назад! Сначала научись дисциплине. К утру бронепоезд должен быть здесь. Есть. За мной. Ну, пехота, пошли. Пошли. А ведь из его командир получится, даю слово. Так, к утру. Thank you.
Отходи! Отходи за мной! Кусается сволочь. Вот в чем там дело? Пишите доложить господин полковник. Путь на Петроград прегражден. Дорога завалена шпалом. Знаем, прапорщик. Возьмите ремонтную бригаду. Восстановить путь. Слушай, господин полковник. Алло. Алло. Стой, стой, погоди. Пусть подойдут. Давай. Пустая мось. Евтушенко, ну, гранаты рельсу подорвать можно? Хорошо, можно. Можно? Таки опасно. А что? Разве что кольцо сорватый. Веревкой аршин на 30. Веревкой? Товарищ Чибисов, разреши рельсу подорвать, а? Я ведь понимаю, сзади бронепоезда, чтобы не ушел, верно? Угадал. Только не позволю. Почему? Молот еще. Слушай, Евтушенко, как ты говоришь, веревкой? Ось, сюда. Ага. Продернуть. Костя! Костя, назад! Ах, отчаянная башка. Но теперь уж не вернешь. Уходят золотые погоны, упустили. Дело.
Присядь, покуда грузовик снаряжает. Есть хочешь? Охота. Тебе. Солдату мне. Ульянов Ленин. Впрочем, мы с вами, кажется, знакомы. Знакомы, Владимир Ильич. Ленин. Дымов Андрей. Ехали с фронта, решили посмотреть, что у вас делается. Не беспокойтесь. Броневик готов? К утру кончим. А раньше никак нельзя. Скорее. Все силы положим, Владимир Ильич. Смотрите. Вы как себя чувствуете, Владимир Ильич? Что? Кто, я? Да. Я чувствую себя великолепно. Ну, хорошо, товарищ Андрей. Здравствуйте, товарищ Андрей. Здравствуйте, товарищ Николай. Вот привез вам дитя. Не желаете ли, товарищи, вот с нами за компанией закусить? А что у вас есть? Картошка, Владимир Ильич. Картошка? Это чудесно. Вы знаете, я присоединяюсь. Пожалуйста. Товарищ Сталин, а вы как? Да я не отстану. Ну вот он, салфетка. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Так, вам? Спасибо. О. Ну, как ваши меньшевики, товарищ Никанор? А что ж вы стоите? Ничего, ничего. Спасибо. Расскажите нам. Меньшевиков сегодня на собрании выставили. Ой, Ленин. Ну, конечно, они еще не добиты, мы понимаем. А как относятся к нам инженеры? Соблюдают нейтралитет. То есть вы хотели сказать, саботируют? А сколько у вас топлива? Металла, слыня? Топлива у нас мало. А как мало? Мы еще не учли. Учтите. Обязательно завтра же подсчитайте и запишите. Слушай, а в Красную гвардию много народу пошло? Ну, хвастать не будем, но ежели... Я думаю, что все пойдут. Погоди. Все не все, а добрая половина пойдет. Отлично. Недаром русский народ... Любит картошку в мундире. Да, да. Вкус особый. Вы знаете, это верно. За границей ее делают как-то очень деликатно. Вы знаете, я этим летом тоже вот так из котелка довольствовался. Удивительно. Никогда я с таким аппетитом ничего не ем. Я, знаете, отдохнул этим летом превосходно. Нигде в ссылке так не отдыхал. И наделал множество дел. А вы, товарищ Андрей... На фронт есть? Нет, я с фронта, на ночь по делу приехал. Были в бою? Был, не раз. А ну, расскажите по порядку, как воевали. Ладно. Вот выдвинули нас на самый вперед, к станции Александровской. Нет, и где? Где царскосельские парки кончаются. Да, ну, дело у нас пошло хорошее. Заняли мы станцию и начали втягиваться в царское село. Так. Но тут случилась измена. Идет сгатчина бронепоезд. Бьет нам в тыл. А на нашей батарее снаряды подвезли неподходящего калибра. Вот остались мы без артиллерии. Ну, скорее бросились на завод до бронепоезда. Отсутствие порядка и связи чувствуется нами очень остро. Враги рабочего класса воспользовались моментом дезорганизации, но мы их вовремя обнаружили. Как теперь со снарядами? Снарядом сейчас фронт обеспечен. Видите? А начались все наши неудачи с того, что генерала мы упустили. Так. Генерал? Какого генерала? Не знаю его фамилии, но генерал был настоящий. Подошли наши ко дворцу. Это где это было? В царском было дело. Так. Подошли наши, и вдруг вылетает к ним такой великолепный генерал. Ну просто полный генерал, как на картинке. И понимаете, товарищи, какое дело? Командир наш растерялся. А кто у вас командир? Дружок наш, боевой солдат, окопник. Ну, оробел. Перед генералом я робел. Немного, немного я робел-то. А генерал как крикнет, солдат, дай попрощаться с конем.
И, понимаете, не успел мой солдат взять себя в руки, как генерал перемахнул через седло и был таков. Вот какой психологический случай. Упустил генерала. Удрал генерал. Удрал. Великолепный генерал и удрал. Как хотите. А по-моему, генерал больше родил, чем солдат. Ничего, ничего. Такие психологические случаи скоро пройдут. Другой раз солдат перед генералом не оробеет. Сегодня солдат оробел, а завтра не оробеет. Никогда не оробеет. Правильно. А вы как думаете, товарищ? Ах, это вы, товарищ Шабрин. Я вас помню. Что ж вы здесь стоите? Пойдемте, батенька, с нами картошку есть. Идемте, помогайте, помогайте. Садитесь. Ведь это ж надо, что? Вы что, раненый, товарищ? А это ему тот великолепный генерал спасибо прислал. Ну ладно. Так это вы, командир. Это с вами приключилось. Ну что же, ведь надо ж такой беде случиться, а? А вы не гоните. Товарищ Сталин, ну... Ведь генерал удрал, а не вы. Правильно. Значит, он вас больше перепугался, чем вы его. Ведь он же... Я, вот он... А я бы... А я бы вообще такого генерала разжаловал. Правильно, я бы тоже резал. Ну какой же это генерал, а? Ведь вы же понимаете, я же его вот прямо держал в руках. И он, главное, вот... Вот главное... Ну, а если в следующий раз попадется генерал, упустишь? Кто? Я? Да что вы знаете, я... Ох, если бы... Господи, какого я из него... Я ему лазарет устрою. Что это вин гудит? Своих скликает. А черт, с одним пулеметом против восьми долго не продержимся. Это верно. Есть сигналы. Наши идут. Господин полковник. Господин офицер, ко мне. Товарищ комиссар, там на батарею снаряды подвезли. Много? Счету нет. Ух, спасибо, товарищу Ленину. Евтушенко, я к пушкам пошел. Ты здесь, гляди в оба. Не давай им ни отдыху, ни сроку. Ну-ну. Слышно, Пухин. Этих боев еще на 3 дня хватит. Я уже знаю. А як закінчим бой, то піду на базар та купую собі нову гімнастерку та ще чоботи, як грошей хватить. Чуєш, лопухи? Ну от, одягнусь і піду до Леніна. Ох, і треба ж мені з ним поговорити. За наше село, за Полтавщину. Чуєш, Лопухин? Лопухин? Лопухин! Нема солдата. Батарея!
прямой наводкой по бронепоезду противника. Огонь! Батарея! Огонь! Готов снаряды. Хлопчик. Не пушинка. Не треба. Кінець солдату прийшов. Євтушенко, ти мене розлучаєш? Євтушенко, Жигильов, я Костя. А? Розлучаю. Не кажи по мені, хлопчик. Заспівай мені пісню, поки я погибаю. Чорні сили метуться, вітер нам дує. Лицо за щастя народне б'ються. Ряди робочих бойців далека. Отряд пішов. Дорога. Видиш мій. Це Микола Чібіся. Це він б'є. Ми простимся з тобою у порога. Іван Шадрин Леніна бачив. Навсегда. А я не встиг. Ми простимся з тобою у порога. Десь тут вишня була. І, быть може, политический вопрос теперь вплотную подходит к военному. Попытка Керенского – это такая же жалкая авантюра, как и попытка Корнилова. Но момент теперь трудный. Мы не можем потерпеть победы Керенского. Тогда не будет ни мира, ни земли, ни свободы. Я не сомневаюсь, что петроградские солдаты и рабочие, только что завершившие победоносное восстание, сумеют подавить корниловцев. У нас были недостатки, нечего отрицать, нечего, из-за этого мы кое-что потеряли. Но эти недостатки можно устранить. Рабочие и крестьяне еще робеют. Еще недостаточно освоились с тем, что они теперь господствующий класс. Еще недостаточно решительны. Рабочие и крестьяне робеют. От этого они должны избавиться. И они, несомненно, от этого избавятся. Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством. Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт. Все это отныне будет вашим. Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай. Дело было в вагоне финляндской железной дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и старушкой. И вот какую мысль высказала эта старушка. Теперь не надо бояться человека с ружьем. Когда я была в лесу, мне встретился один человек с ружьем. И вместо того, чтобы отнять у меня мой хворост, он еще прибавил мне. Когда я это услыхал, я сказал себе, пускай сотни газет,
как бы они там ни назывались, социалистические, почти социалистические и прочие, пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам диктаторы, насильники и прочие слова, мы знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос. Они говорят себе, теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Товарищи красногвардейцы, приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевание революции, нашу народную власть, советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, весь новый истинно-демократический строй от всех врагов народа, которые ныне употребляют все средства, чтобы погубить революцию. Нам нужно показать, что мы сила, способная повалить все преграды на пути к мировой революции. Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и талантов, так называемого простонародья рабочих и крестьян. За нами большинство народа, за нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире, за нами дело справедливости, наша победа!